Здравствуйте, наши дорогие зрители! С вами Виталий Хомутов, и мы продолжаем знакомить вас с ответами на ваши вопросы в рубрике «Вопрос дня» Олегу Зубкову на его личном блоге. И сегодня вопрос от нашего подписчика Евгения Здорова про парковку у сказки. Доброго дня, Олег! Привет из Новосибирска! Наши местные СМИ сообщили, что в работе Новосибирского муниципального зоопарка контрольно-счетная палата Новосибирска обнаружила нарушение. Предприятие несколько лет незаконно использовало два земельных участка для организации платных парковок, на чем заработало 9 миллионов рублей. А мне вспомнилась проблема, о которой где-то вы сообщали, с парковкой у Ялтинского зоопарка «Сказка». Удалось ли решить эту проблему? Ответ. Здравствуйте, Евгений. У Ялтинского зоопарка «Сказка» действительно была очень большая проблема с прилегающей парковкой. Нешуточная борьба за нее проходила в 2008-2010 годах. Ялтинский зоопарк «Сказка» выиграл эту войну, заставив местных властей отменить коррупционные решения и провести честный, открытый конкурс. В результате чего парковка перед зоопарком «Сказка» была реконструирована и расширена в два раза. В этом заключались обязательства победителя конкурса на благоустройство данной парковки. В обязательства же властей входило формирование договора аренды на 49 лет данной площадки. Однако, как водится, украинские власти свои обязательства не выполнили. Пришедшие российские и вовсе об этом не вспомнили. Поэтому сегодня парковка опять бесхозная. Какие-то мошеннические структуры периодически собирают деньги с приезжающих машин. С уважением, Олег Алексеевич Зубков.